Едем дальше. Итак, давайте представим встречу Владимира Владимировича Путина и Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова. Владимир Владимирович, я уже 12 лет живу на квартире. Подожди, Юсуф, давай по тексту, я все понимаю. Мы извиняемся. У каждого свои проблемы, поэтому. Да, по тексту. Подожди-ка, а что ты сразу Абдулатипова играешь? Может, я хочу? Ничего себе, он аварец, я тоже аварец. А что, Путин лакец, что ли? Я лакец. Честно говоря, Путин еще тот лакец.